Действительно замечательное событие в районе. Партия «Единая Россия» традиционно поддерживает развитие спорта в территориях, и тому яркий пример – это спортивная площадка. Сегодня еще и замечательный праздник, День физкультурника, тех, кто занимается профессиональным спортом, тех, кто занимается физической культурой. Я всех поздравляю с праздником. Самое главное – мирного неба над головой, занятия спортом в удовольствие, в радость. Групповые виды спорта, которые здесь представлены – волейбол, футбол, баскетбол – они всегда сплощают вместе, всегда дают возможность почувствовать чувство плеча и локтя, что наше время нам крайне необходимо. С праздником, с Днем физкультурника!